Девочки, пока не знаем. Врач сам не знает, что делать. Пока она лежит у меня в ванной. С вот с этими моими. Да? И с под девочкой, которую вчера сбили. Да, мое солнышко, ничего страшного. Ну, пока посидим в ванной. Но ничего страшного. Да, зайчик? Да, моя хорошая. Что? Мои хорошие, да. Ну, что ты? Ну, и колбаску никто не ест. Я пытаюсь вас с вами подружиться, а вы не колбаску не едите, да? Все хорошо. Что, косуля? Все будет хорошо, да, мое солнышко? Да. Ребят, девочку пока врачи не знают, что с ней делать, и пока сказали к нам приехать на еще раз на снимки. Тихо. Ну как же ты ходишь? Нет, мне очень жалко девочку. И я не знаю, чем мы можем ей помочь. Дитё искалечено на всю жизнь. Девочки, в течение ближайшего месяца мы малышке помочь не сможем. Месяц надо делать ей массаж очень сильный на задние лапки. Передние лапки операции не подлежат. Она останется инвалидом. Врач сказал, что он не советует трогать передние лапы. Мы можем их выпрямить, но может случиться так, что собака вообще ходить не будет, потому что там может быть задет нерв. Поэтому из-за вот этого искривления нерв там где-то тоже криво. Он нам не советует трогать передние лапы. Что, моя девочка? Сядь. Ну, подожди ты, подожди. Все будет хорошо. Сейчас переслала эти фотографии и спросила, могут ли они помочь.